Девочки, еще раз всем привет. Я хотела вам еще одну новость сказать насчет этого. Я просто забыла я вставить. Простите, вставить не могу туда. Обратное видео, но хотела вам кое-что договорить. Я еще вам не сказала, почему я никому не отвечаю. Я не отвечаю не только тем, которым там не хочу, я не хочу. Нет, но я никому, чисто физически никому не отвечаю. Ни в Фейсбуке, ни в Одноклассниках, даже не в ВК. Никому. Просто вы сами же меня понимаете, думаю. Мне потому я закрыла сообщение даже. Я закрыла еще когда зарегистрировалась, просто начали меня писать всякую фигню, вступи в группу или проголосуй за того, за того. Но это меня очень сильно бесит, мне пришлось закрыть сообщение. Знаете, вы, конечно, не обижайтесь, но я, наверное, думаю, потерпите месяц или даже меньше, пока у меня это депрессия или что-то хуже. Мне маме, когда пройдет, тогда я вам смогу все конкретно сказать. Потому что сейчас я вам буду молоть такое на мне намолю. Я сейчас такое наговорю, что на уши не налезет, девочки. Что, девочки, я в ближайшее время никому не буду отвечать, потому что вы сами, думаю, поймете меня. Я вот сейчас, да, я сейчас сижу на ютубе, кстати, забыла там пароль у меня там на бумажке записан, или не достать, переписывать. Поэтому я не знаю, когда мне получится еще это плюс видео снять, и, ну, то есть выложить. Я посмотрю, конечно, но что получится, то получится, девочки, да. Вы знаете, есть, конечно, более хуже моменты, которые не причины. Но знаете, у меня есть по-настоящему очень обидчивые люди, которые очень бурно на это реагируют. И даже начнут даже из-за меня страдать, убиваться и даже удаляться, что я виновата, что я то-то сделала, то-то. Ну, вы поймите, ну, я не хочу с вами говорить. Я просто не могу, понимаете? Я не могу. И не надо мне, пожалуйста, я вас умоляю писать, ну как хочешь. Ну, же видите, прекрасно. Даже в статусе вам намекнула, что я не могу вам ответить. В ближайшее время я никому не отвечаю. Вам что, сделать еще раз это написать, что ли? Что это вы хотите? Думаю, что нет. Друзья, я думаю, некоторые прекрасно поймут, почему не отвечаю. Но кто я думаю, что она занята, может, это то, что это нет, девочки. Как раз я сейчас не занята. Просто у меня сейчас такое, я в плохом состоянии вообще сейчас. Поэтому я вам решила снять лучше видео ответ, чем вот это сейчас вам буду парить вот эти вот вам мозги. И, ну, вы, думаю, сами все поняли. Думаю, девочки, кто-то из вас меня поймет, и надеюсь, тех подруг. Понимаете, обижаться на меня это слишком глупо из-за того, что просто никому не отвечаю. И даже вот на Фейсбуке, ну, мне тоже, мне там написала пара человек, но мне пишут тоже, привет, как дела, но это бесит, когда это отвечает. Но я ответила там, привет, ну и все, больше мы так и не общались. У меня на Фейсбуке еще очень мало друзей, но я там не очень давно зарегистрировала, так уже более как месяц уже я там. Мне добавляется объяснить, но там ни с кем не общаюсь, ни с кем. Вот просто зайду там, посижу, там положу что-нибудь, понапишу, что статусы поищу. Ну и все, так само и в Одноклассниках. И вот есть там пару-две девочки, которые мне раньше писали, говорили, привет, как дела, что делаешь? Да, девочки, это тупо скучно, я не могу отвечать, даже на такие банальные вопросы. И даже лучше всем, простите меня, умоляю, простите, простите и еще раз простите. Да, может, я вам говорю слишком долго, просто я не могу вам как-то буквально объяснить, потому что вы на меня обижаетесь, на меня буквально обижаетесь, хотя я вам 100 раз объясняла. Вы на это так бурно реагируете, вы считаете, что вы мне не нужны, понимаете? Вот есть у меня такие люди, которые так думают. И мне, знаете, как больно от этого встает, то, что вы так на меня думаете, именно что неправду. Понимаю, что там правда, что там не нужны вы больно. Ну, уж простите, если бы мне были не нужны, я бы для вас это вот не парилась и не снимала никакие вообще видео. И даже он... Для одной девочки я сняла одно видео, не знаю, может кто там еще попросит, я сниму. Как оно там, я забыла, как называется. В общем, короче, пишу на бумажке имя там, ну, своей лучшей подруги. Вот, кстати, оно, вот это, ну, это копия. Там, если кто-то мне поймет, может вас ответить.
там я ссылку не давала на кого, кому это делать, думаю, там все понятно будет. Кстати, тот, кому это писала, она на меня очень часто обижается из-за этого. Так что этим я очень сильно сейчас страдаю. Честно, я сейчас немного нервничаю, я очень сильно нервничаю. Меня чуть трусит, если честно говоря. Ладно, девочки, все буду заканчивать. В общем, увидимся. Всего хорошего.